Итак, скажи, вообще легко генерить контент сейчас в современном мире? Изи. Если бы монетизация в России была включена, то сейчас бы за каждый просмотр тебя по этому мосту можно было бы получать доход. Но так как монетизация в России не включена, тебя можно с монетизацией смотреть только из-за границы. Поэтому берите VPN-сервисы, подключайтесь из Израиля. Самая большая монетизация у нас, сказали, идет оттуда. Поэтому смотрите нас на YouTube.